Я Исаков Магомед Саид Магомедович, являюсь предпринимателем. В 2017 году выиграл аукцион, и со мной расторгли договора. Несмотря на выигранные суды, администрация города препятствует мне. В связи с чем я часто обращался в прокуратуру города, также в прокуратуру Воронежской области. Был в администрации президента на личном приеме. Обращался в Госдуму. К депутату Госдумы Российской Федерации. Несмотря на их указания, прокуратура Воронежской области бездействует. В последующем я их бездействие стал писать в комментариях на сайте прокуратуры Воронежской области, в соцсети Instagram. И в последующем мои сообщения, комментарии удалили, далее заблокировали меня и в последующем заблокировали полностью доступ к комментариям. И по сегодняшний день оставлять комментарии на сайте прокуратуры Воронежской области в Инстаграме невозможно.